почему мой заход в ресторан был таким агрессивным. Я объясню. Если я зашла физически на кухню, нет такого закона, который бы меня оттуда забрал. Сказали бы, ну, на основании такого закона вы не можете здесь находиться. Но в то же время, если вдруг мне кто-то преградил путь, нет такого закона, который бы мне отодвинул этого человека, поэтому заходить всегда нужно было быстро. И я все время очень быстро, интенсивно шла к кухне, чтобы никто передо мной не встал. И поэтому считалось, что я очень агрессивно захожу. Я физически зашла, я выдыхала, я понимала, что программа будет снята при любых обстоятельствах.